Почему спортсменом года недавно было голосование, признали Алину Загитову? Ну нет, Алину Загитову не признали спортсменкой года, признали Камилу Валиеву, там очень много есть разных версий. Алина Загитова, по версии читателей «Комсомольской правды», стала лучшей телеведущей. Камила Валиева стала лучшей спортсменкой. Люди часто голосуют пультом от телевизора, понимаешь? Спортсмены года, если говорить, ну смотри. Большинов, я думаю, бесспорно. У мужиков, понятно, без вопросов. У женщин это либо Щербакова, либо Непряева. Я сейчас ставлю знак равенства, потому что одна олимпийская чемпионка в личном виде, в одиночном фигурном катании, другая олимпийская чемпионка и призер по лыжам, победительница тур-де-ски и обладательница Кубка мира. Причем Наташа еще и не бежала последние этапы, как мы помним, потому что нас уже тогда отстраняли.